Каждый, кто следит за творчеством Макса Барских, знает, что у этого парня все на стиле. И музыка, и луки, и клипы, ну и презентация нового альбома, конечно. Тонко, интеллектуально, а кое-где даже по Фрейду. Вместе с суперстарами нашего шоу-биза новый альбом Барских заценил и наш Стас Новос. Куда без него? Презентация новой пластинки Макса Барских по Фрейду. Но мы решили узнать, с чего это украинский хлопец решил завести дружбу с австрийским ученым. Песня по Фрейду, в принципе, это заглавная песня альбома. Когда я писал эту песню, я глубинно не копал во Фрейда самого, его психологию. То есть я шел по верхам. То, что я знаю или может знать каждый человек относительно Фрейда. Учитывая, что Макс редкий гость в столице, многие звезды приходят просто познакомиться с коллегой. Я пришла познакомиться только сегодня, откровенно вам скажу. Но я слежу за творчеством, мне очень интересен этот персонаж, этот музыкант. И я сегодня пришла поздравить его с выходом пластинки. А вот другая подопечная Макса Фадеева, Глюкоза, с Барских дружит уже несколько лет. И даже гордится дуэтом с ним. Мы познакомились с ним год-два назад, и у нас даже была совместная песня для Муз-ТВ. Мы пели как раз на премии Муз-ТВ песню группы «Total Adrenaline». Это было одно из лучших выступлений на премии. Вот так вот нескромно, но это правда. Гендиректор Муз-ТВ тоже нахваливает парня из Херсона и считает, что его творчество – нечто новое в нашем шоу-бизнесе. Несколько лет назад он получил тарелку в номинации «Прорыв года» на премии Муз-ТВ. Поэтому я в полной уверенности могу сказать, что он все-таки наш исполнитель. Я ему желаю удачи, и все, что делает Барских, это всегда заслуживает уважения, потому что это качество. Музыка – это что-то нестандартное, это очень модное. Ну а раскрыть все секреты успеха звезды, как никто другой, может лишь продюсер музыканта Алан Бадоев. После победы на Муз-ТВ мы умышленно прекратили вообще какие-либо концерты. И Максим сказал, пора делать новое. И над этой пластинкой он работал полтора года. Стоит заметить, что Барских уже долгое время ходит, не снимая головного убора. Может, во время работы с головой какие-то проблемки появились, но снимать перед нами шляпу Макс не захотел. Я не могу, у меня там просто ужас. Потому что я работал очень много, очень долго, поэтому у меня там не совсем приятное зрелище. Значит, парню точно есть что скрывать от поклонников. Либо новый хайр прячет, либо дела посерьезней. С вами был Макс Барских, специально для Муз-ТВ. Стас Новос и Стас Шляпников про новости.